Накаляются отношения также между Москвой и Вашингтоном. Россия вручила Соединенным Штатам ноту протеста. Москва опасается, что американские власти проведут обыск в торговом представительстве России в Вашингтоне. Накануне Белый дом распорядился закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сегодня истекает срок, и нужно освободить помещение. Как сообщили в Госдепе, это ответный шаг на сокращение американского дипконтингента в России. Thank you.